Ребят, если вдруг вы пропустили, у меня на Рутюбе выходит кукинг вместе с мамой, наше шоу, так что обязательно перейдите по ссылке и посмотрите, вышел уже второй выпуск. Ты в магазинчик зашла? Я в магазинчик, да, отошла. Хорошо. Так, поправляй, натягивай. Вот это, пожалуйста, мы вырезаем про то, что она говорит, не помню. Алюч, это ты так обращаешься к маслу? Да. Кликухай его. Я надеюсь, все проголодались уже. Я же как бы готовлю, да? Все такое. Все, спасибо. Я как бы обнимаю эти блюда. Обнимашки. Хлопаю. Привет, ребята. Сегодня 2 июня. Началось лето. Блин, прическа. У меня вообще никакой прически нет. Я просто голову сегодня помыла. И сейчас сделала хвост в машине. В общем, что вам сказать? Я на нервах. Почему я на нервах, вы меня спрашиваете такие? Юля, что с тобой? Дело в том, что я где-то просрала свой, типа, бандаж, который не для беременных. Да, он не для беременных. Это просто резинка, она вообще для спины. Пояс, резинка, не знаю. Это чисто вот такая резинка. Он не отстегивается, не расстегивается, но он очень удобный. У меня есть бандаж для беременных специальный, такой универсальный, классный. Я его покупала за бешеные деньги в ортопедическом магазине. И я уже рассказывала, что как-то раз мы пытались его на меня надеть лежа, как надо. И это было ужасно. Я чуть не расплакалась, реально. Короче, из-за того, что я потеряла свой бандаж, я нервничаю, потому что мне бывает тяжело. Сейчас вот, например, мы едем в торговый центр. Надеюсь, что там мы сможем найти. Сегодня Слава ходил в ортопедический магазин, надеялся, что там он сможет найти мне эту штучку. Но эту штучку мне вообще дала мама. Она ее покупала фиг знает когда. Ну, короче, они типа в аптеках продаются, поэтому мы сейчас будем в торговом центре и надеюсь, что нам удастся найти такую хреновину. Еще по размерам они там могут быть разные, но вот то, что было у меня, он был супер. Представляете, что мы посмотрели прогноз погоды. Сейчас вообще типа 21 градус, то есть на улице тепло, но будет супер сумасшедший лютый дождь. Он уже какой-то был, но мы его не успели прочувствовать, так как мы дома были и звуков сильных дождя не было. Но мы посмотрели по карте, вообще какой-то трешняк намечается аж до 8, потом будет перерыв, потом опять трэш. И с одной стороны я рада, и вообще мне пофиг, по сути, я не собираюсь на улице гулять, мы будем в ТЦ. А рада я потому, что пух, блин, вонючий, тополиный, бесит. Он в июле же обычно, да? Тополиный в июне, пух, в июне. Жара. А как там поется? Июль? Тополиный пух, жара, июль. По-моему, июль они поют. Вот мне тоже кажется, что июль. Легко же можно июнь спеть, как бы, обязательно. Ну, суть в том, что он же когда-то этого пуха больше, типа, вроде как в июле. Хрен знает, июнь сейчас, да? Все равно есть пух, но я думаю, что, конечно, в июле его, наверное, вообще больше будет. Ненавижу пух. Ну, вот когда мы даже в парке были, он везде летал. Невозможно. Просто терпеть его не могу. Поэтому дожди периодически — это хорошо. И в квартире тоже, представляете, все эти года у нас в квартире на окнах нигде нет сеток. И я каждый год думаю о том, что типа, блин, может все-таки сетки заказать. Конечно, на даче, например, у нас есть, и там бы вообще без сеток охренеть, потому что там комаров много. А здесь в Москве их не так много, и хватает. Да даже если просто открыл окно, включить этот от комаров, вообще, ну, норм. Но, блин, от тополиного пуха этого вонючего тоже бы это помогало, между прочим. Я сегодня, у нас вчера был клининг, генеральная уборка, генеральная. И я захожу в спальню сегодня после там всяких процедурок, что-то там ходила, бродила, в других комнатах сидела, за компом сидела. Захожу в спальню, у нас там просто вот такой вот мешок, блядь, пыли, пух, вот этот в смысле. И я распсиховалась, побежала. Винни. Кого? Винни. Что за Винни? Винни-пух? Что еще произошло, пока мы с вами не болтали? Вчера мы со Славой сходили за сосиской, точнее хот-дог. О, дождь начался. Пошли, значит, мы за хот-догцем. И Слава такой девушке говорит, которая, ну, хот-доги собирает. Он ей такой говорит: вот такой хот-дог без всего, только сосиска и кетчуп. А вот такой Слава себе берет обычный, все ему туда кладите, все соусы, кроме горчицы. Ну, короче, все ей сказали слова, что надо. И получается, Слава ей сказал, что только кетчуп в мой хот-дог положить. И в какой-то момент я сидела, просто ждала, потому что мне надо было сидеть из-за того, что я без бандажа, и ребенок последние 2 дня прям наружу, короче, пробивается, и мне не очень приятно.
Вот, ну не постоянно, конечно, так делает пупсы, но она такая, у нее как будто скачок роста внутри живота сейчас происходит. Они такие у меня уже были. Бывали моменты, когда она неспокойная, и мамочке больно делает, ведет себя как-то очень активно, вот такая вот вся. А в основном в обычное время спокойная. Так что я думаю, что это какие-то внутриутробные скачки роста. Такая вот интересная у меня гипотеза. Формулировка. Да. Так вот, и представляете, что я сидела, ждала, когда сделают хот-доги. Слава стоял там, что-то ждал с Вивочкой на ручках. Я теперь Вивочку не ношу, потому что дополнительные 3 кг мне совсем не кстати. Нет, конечно, я ее поднимаю, все. Но вот так вот, когда мы гуляем в сумку, вот так вот я ее не сажаю. Ну, только в машине, если сижу, потому что уже, конечно, все. На себя добавлять еще лишних килограммцев дополнительных. Ну, не лишних, Вивочка, не лишняя, она любимая. Но все равно дополнительный килограммец хватит. Так вот, и к чему я? Представляете, что я встаю, смотрю на хот-дог, который лежит. А там, кроме нас, уже ну, никто ничего не заказывал. Все, только наш заказ собирают. И я вижу, что лежит мой хот-дог, который обычно я прошу, открытый. Слава закрытый берет и открытый. И там получается кетчуп, а сверху это стружка такая, типа лук. И я такая говорю, я надеюсь, это же не наше, да, я надеюсь? Ей говорю, продавщице девушке. Она такая, Вась, ну я говорю, это же не наш заказ, верно? Она говорит, Вась, я говорю, а лук зачем? Ну типа, а это что сверху? Мы же с кетчупом заказывали. Она такая, ну как, типа это лук? Ну такая, типа, знаете, все норм, это же лук. Ну подумаешь, мы сказали только кетчуп. Она говорит, это лук, я говорю, а только кетчуп это что, еще и лук? Ну типа, я прям, знаете, меня это выбесило. Я не один раз замечала в комментариях, и в Телеграме пишут, что я стала такой, типа, сучкой прям, очень такая вся, это мне не нравится. На понтах, а что, типа, очень придираюсь ко всем. Вот я придираюсь к тому, что я, типа, заказала одно, а мне дают другое. Ну, типа, а кому это понравится? Почему я должна за свои деньги, за свое ожидание, за то, что я еще и пришла, блин? Конечно, правильно, ты будущая мать. Да, я думаю, что все это... Все будущие мамаши такие. Да. Я думаю, что во мне просто проснулась дополнительная вот это вот даже не то, это не наглость, это справедливость. Я же не просто так, типа, без аргументов, без фактов. Я же по факту, я же сказала не один раз, ты сказал точнее, ты сказал 3 раза, и я ей тоже подтвердила, только кетчуп. Причем Слава до этого уже не один раз к этой девушке приходил и делал одинаковый заказ всегда. И она такая, типа, хорошо, я сейчас уберу. Пошла, стряхнула этот лук и заново кетчуп набрызгала. А в чем сложность? В чем сложность? Типа, если ты вдруг что-то недопонимаешь, спроси. То есть вам получается только кетчуп и ничего, никаких ни посыпок, ни лук, ни хуюк, ни другой какой-то горчицы, там еще что-то. Только кетчуп, да? И мы такие, да, то же самое ей сказали. Нет. 5 раз объяснили разными словами. Всего лишь 3 ингредиента. Хлеб, сосиска, кетчуп. Только с кетчупом, без всего. Вот типа по-разному сказал, все равно человек не понимает. Я, когда мы домой уже пришли, я ела эту сосиску, у меня попадались вот эти крошки лука. Я сидела и думала, блядь, ну что сложного? Вот честно, я понимаю, что в этот момент я сидела и думала, ну почему некоторые люди такие... Не хочу говорить. Не хочу говорить это слово, но реально. Не знаю, тупые. Ну как назвать? Она затупила жестко. Просто я это заметил. Потому что, ну, я у нее 1-2 уже заказывал, она все делала нормально. А сейчас, типа, что-то затупил. Ну, бывает такое, типа, человек просто, ну, потерял концентрацию, знаешь, выпал из жизни. И... Я понимаю. Я каждый раз, когда натыкаюсь на вот такие ситуации, когда люди очень некачественно выполняют свою работу, не слушают, что просят, еще что-то. Опять же таки, вот это все звучит так, что я такая, типа, знаете, охреневшая, на понтах, охамевшая, еще что-то. Но я же русским языком объясняю. Ну, короче, меня это просто бесит очень сильно. Я думаю, что, возможно, раньше я бы спокойнее к этому относилась. Но сейчас из-за того, что я еще беременна, хотя я не могу сказать, что меня что-то больше нервирует. Я, как обычно, понервируюсь и успокоюсь. То есть все как обычно. Мои нервы, они, ну, нервюшки, они, по сути, обычные. Просто я не знаю, почему. Очень часто попадаюсь на вот такие вот приколдесы. И, конечно, это неприятно. Где-то что-то не положили, где-то что-то не так сделали, где-то просто взяли все, обосрали. Ну, короче, я не знаю, у меня прям, знаете, как вот началось, так и началось. И я, конечно, об этом рассказываю, потому что что мне не рассказать, это же мой блог, я вообще что хочу, то могу рассказывать, могу про лужу полчаса рассказывать, что вы мне делаете. Говорю о том, что неоднократно замечала комментарии о том, что я стала очень такой придирчивой,
И вот когда я была маленькая, мелкая, я видела, что моя мама тоже вот такие приколдесы не хавает. Ну, то есть сейчас-то я, когда выросла, я понимаю... Нифига, там деревья пилят какие-то. Сейчас, когда я выросла, я это понимаю, что... Типа, блин, если что-то сделали не так, а ты еще за это деньги платишь, и просто и время, ну, как бы время в любом случае, то нужно об этом сказать, нельзя, ну, не надо молчать, нужно прокомментировать, доволен ты, недоволен. А, это как, знаете, раньше в ресторане, да, я видела молнию, раньше в ресторане что-то не так сделал, что-то невкусно, еще что-то, я такая, да, спасибо, все было супер. Ну, такая, типа, знаете, мелкая. А сейчас нет, если мне что-то не понравилось, я так и скажу. Просто в зависимости от ситуации. Это может быть все такое, что типа, ну, просто вот там типа невкусно это блюдо приготовили, потому что вот, вот так вот там готовят, например. А бывает такое, что в один и тот же ресторан приходишь, и всегда вкусно было, а в один день взяли, тебе тухлые хинкали принесли, например. У нас была такая ситуация. Ситуация, кстати, охеревшая, просто рассказываю, вы ее не знаете, не слышали ни разу. Причем это, по-моему, что было? То ли 40 дней дедушки, то ли... Я не помню, по какой причине мы пришли в ресторан. Мы с семьей собрались, пришли в ресторан в Хинкальне, там, где мы когда-то с Кариной нашли шарик Альберт. Поминали этот деда? Мы поминали моего дедушку. Пришли с семьей, заказали там хинкали, все. Ну, грузинский ресторан. И мы до этого ходили, там всегда все было вкусно. А в этот раз хинкали были какие-то тухлые. И я на тот момент же уже была беременна, первая беременность. И я подумала, что может мне просто вкус типа изменился. И что-то там у меня такое переменилось. Короче, я что-то пробовала, как-то невкусно. Какими-то носками хинкали прям отдают. Вот реально тухлыми носками. Вся моя семья, мы все, кто ели хинкали, мы все офигели. И всем не понравилось. Все перестали есть. А мы их заказали, этих хинкали, прям много. Потому что там был еще мой отчим, мама. Они вообще обожают. Все, короче, мы обожаем хинкали. Все их сидим, едим. Ну, типа, начали есть. Что-то всем невкусно. И знаете, что было дальше? Это вообще угар. Мы позвали, ну, там, типа, официанта, я не знаю, семейный бизнес такого парня, который там работает. Я думаю, может, этот ресторан там держит его отец, там, дядя, не знаю. Мы его позвали, что он как и официант тоже, чтобы сказать, что, ну, типа, это вообще невозможно есть, потому что мы до этого всегда приходили, было очень вкусно. И знаете, что он начал делать? Вместо того, чтобы там пойти приготовить нам другие хинкали, убрать из счета какую-то... Ну, вот просто, типа, это трэш. Он начал есть эти хинкали и говорить, как вкусно, вы что, очень вкусный хинкали. Типа, доказывать нам, сколько нас там, 5-6 человек, я не знаю, доказывать всем нам, что это просто мы такие вот... Странный, нам всем в один день показалось, что с хинкалями что-то не то. Реально всем. Я еще говорю, что я подумала, что может, из-за того, что я беременна, мне что-то не так кажется. Мы потом все с каких-то там таблеток сожрали. Но я, по-моему, не ела, потому что я только чуть-чуть укусить успела, чтобы потом не просраться. Короче, потому что они, может, тухлые были. Это ужас. И он этими хинкалями, вот, ну, не то что давился, может, ему и нравится, но он их ел прям... Нет, вообще нормальный хинкали. Мы охерели. И после этого мы туда ни разу не приходили и больше никогда туда не придем. Вот. И мы с этого просто выпали в осадок. Мы просто сидели всей семьей в шоке. Типа, вот реально, не извините, не там, давайте мы вам новые приготовим. Ну, то есть, возможно, нам тухлые хинкали сделали, вонючие какие-то. И чувак, вместо того, чтобы нам как-то все это сгладить, начал их хавать, чтобы нам доказать, что на самом деле они вкусные. Ему-то вкусно, понимаешь? Значит, и нам должно быть вкусно. Что нам не нравится? Короче, вот такая история. И таких историй, ну, не знаю, их, блин, полно. Поэтому такие вещи, конечно, хавать терпеть не надо. И, ну, там как бы что, муж... Нам, по-моему, ничего не убрали из счета, да? Ни скидок, ничего не сделали. Мы оплатили, но просто мы сказали... Ну, я даже не помню, сказали, не сказали. Но мы больше туда никогда, как бы, все. Хотя до этого много лет мы туда приходили, периодически кушали, нам все нравилось. И мы бы туда, может, еще пришли. Даже несмотря на то, что в этот раз хинкали были не очень. Мы бы наверняка туда еще пришли. А, ну, как знаете, бывает, что-то как-то сделали не очень в один момент, в один раз. Потом ты в другой раз приходишь, все хорошо. Повар поменялся, еще что-то там, не знаю, мясо, не мясо. Ну, всякое бывает. Мы понимаем, всякое бывает. Но из-за того, что он начал их жрать демонстративно, мы решили, что такое, ну, это вообще просто ужас. Так вот.
вот, сегодня, 2 июня, сегодня юбилей у моего папы, 45 лет. Прикиньте, а 20 июня будет юбилей у моей мамы, тоже 45 лет. Вот, такой вот месяц у нас днюшечный. 45-очный. 45-очный. А потом родится наша дочь, а потом в августе день рождения у мамы Славы. И мы вообще в шоке с того, что так получается, что две бабушки, а между ними будет внучка день рождения. Июнь, июль, август. Это получается супер мило. Вот такой приколдес. Что еще? И мы сейчас приехали в торговый центр, чтобы постараться найти что-то в подарок для моего папы, хотя он как бы сказал, что ему ничего не надо, он ждет внучку, все, он счастлив. Да и, понятное дело, сложно тоже придумать, найти, что подарить моему папе. И еще мы с мамой будем снимать кулинарные видосики, и я хочу нам купить, ну, посмотреть, найти, не знаю, какие-то луки, скажем так, чтобы мы были полностью заряжены. Также сходим, обязательно поедим любимый бифстроганов, когда что-то люблю, любимый ресторан, еще что-то. Я к ним постоянно прихожу, говорю им лестные слова, комментарии, все. А когда кто-то меня, ну, огорчает, я так и говорю. Я огорчаюсь и говорю. Вот, я считаю, что данной мне властью, поскольку я, можно считаю, СМИ, я не должна умалчивать о каких-то ситуациях. Один раз... Об этом я тоже рассказывала, и во влоге у меня было. Мне в доставке, ты видела это же, да? Да. В хинкалях привезли тараканца. Да, он сварился в хинкалях. Я охерела, я больше оттуда никогда ничего не заказывала с этого ресторана. И я им написала в поддержку, типа, здравствуйте, мне таракана положили в хинкали или что? Скинула фотку. Ну что, мне ответили, ой, типа, какой ужас, нам жаль. В принципе... Вот что еще ответить, в принципе? Купим какие-то луки. Ну, что, я на самом деле хочу, чтобы мы с мамой просто были в одинаковых футболках и посмотреть, есть ли фартуки в каких-то магазинах. Вот. И пошлындрим, посмотрим что-то папе, а потом пойдем и пошлындрим и поедим. Короче, мы уже погуляли, нагулялись в торговом центре. В итоге папе мы ему ничего не нашли, не купили, куда только не заходили. То купили мне. Косметику, одежду, футболки, платье. Три. Короче, прям много купили. Покажу, когда дома будем. И мы со Славой уже собирались уходить. Слава там сидит на крутом каком-то массажном кресле. Говорит, вообще тема, вообще круто. В общем, мы зашли в магазин Борг и решили папе купить. Вообще, как классно мы додумались сюда зайти. Не знаю, конечно, сколько часто будет этим пользоваться папа, но решили взять ему такой ручной классный массажер. Для спины, для шеи можно, для, ну, мышц, короче, где хочешь. Он такой ручной, мы выбирали между массажером для ног и массажером вот этим. Сложно сказать, я думала больше о том, чтобы, наверное, лучше взять массажер для ног, потому что у меня у самой есть массажер для ног, правда, у меня другого бренда, и я его обожаю. Но у меня ноги постоянно болят, не знаю, насколько... Ну, наверное, у папы тоже ноги болят. Просто мы хотим сюрприз, мы не хотим звонить, спрашивать, типа, что лучше. Вот, но мы подумали о том, что все-таки ему 45, может быть, он захочет себе спину массировать и еще что-то, а не только ноги. Потому что вот этим массажером можно и ноги массировать, ручной который, маленький. Но он не маленький, и по цене они прям идентично стоят. Но дело даже не в цене, просто что-то полезное хочется. А у папы так-то все есть. А то, чего у него нет, такого у меня денег нет. Типа, то, что это как я, знаете, типа, то, что я бы хотела, это мне никто подарить не может. Это слишком дорого, например. Это надо просто много лет работать. Тут есть вот такое вот кресло, сейчас на нем Слава сидел. И потом он пошел сидеть вот на то кресло. Вот там вот сидит, кайфует. У нас было массажное типа кресло, кресло-качалка такая. Массажная от Yamaguchi, от такого же бренда у нас массажер для ног. Мне не помню, чтобы мы особо сильно пользовались. Это прикольно, это приятно, но, как по мне, так лучше сходить на реальный массаж. Сужу по себе, потому что специалист все-таки, он, ну, человек, он не машина, он лучше знает, что надо твоей спине, например, где у тебя больше забито, зажато. Вот. А я вообще в шоке, у меня так ноги болят уже второй день. Что-то, короче, это, кажется, 9-й месяц подкрался незаметно. Вот именно ступни, не икры, нет, ступни, вот именно стоять больно долго. Так, ребят, ну что ж, мы уже дома, сейчас 10:30, ни хрена себе.
Покажу вам покупочки, которые мы сегодня сделали. Вот это мы купили в магазине техники. Я знаю, такие штуки еще в Ашанах продаются. Это специальная машинка, которая снимает катушки с одежды. Вот, иногда вещь хорошая, но, например, постоянно носишь сумку на одном месте, об ногу трется, еще что-то, и там образовываются каточки. А эта машинка, она их снимает. У нас уже как-то была такая, я и носки, короче, такие шерстяные чесала. И в итоге, блин, она что-то сломалась, что-то я слишком сильно зажала, и она, в общем, все верно. Здесь работает. Там крутится лезвие, и вот в эти дырочки попадают катушки, они сюда скапливаются. Я обожаю вот так вот сидеть и всякие вещички чики-брики делать. Но давненько не делала, так что полезное приобретение. Они обычно вообще дешевые, не знаю, сколько они стоят. Короче, недорогие. Классная штука. В хозяйстве пригодится. Также купили жвачки. Такие вот жвачки любим заходить. В какой-то там магазинчик, там продают вот такие жвачки. Ну, я их редко ем. Ну, иногда ем. У меня тут, кстати, были. Вот, иногда прикольно. Но их прикольно пожевать буквально, не знаю, пару минут. Потом это ужасно. Невкусно, безвкусно и, короче, трэш. В косметическом магазине довольно-таки много деньжат потратили. 14 тысяч, это с учетом моей скидочной карты. А так вообще 18 там сначала было. И что здесь такого дорогого? Это крем. Причем этот крем, вероятнее всего, хорошо, ну, такой хорошо для возрастной кожи, но мне пофиг. Взяла себе вот такой крем. Мне очень нравится его текстура. Было написано, что он предотвращает появление каких-то типа первых морщин. А вот питательный лифтинг-крем, повышающий упругость кожи, эффективное средство на основе технологий каких-то с комплексом, предотвращает потерю упругости, повышает тонус кожи. Так, корректирует видимые признаки старения, потерю эластичности, появление морщин и пигментных пятен. Обеспечивает глубокое увлажнение, кожа выглядит упругой, более ровной, сияющей, избегает попадания в глаза. Ну, короче, ну, я просто знаю, что это хороший крем. И я помню, такой крем не один раз дарила бабушке. Ну, понятно, под возраст ее, потому что вот у этих Шисейда очень хорошие крема, именно такие возрастные. Мой крем вот этот стоит 9800, но это не La Mer, который стоит 30 тысяч. Честно, по поводу La Mer, хороший крем, я очень сильно люблю. Он у меня был, получается, маленькая баночка, 16 тысяч стоил, и у меня там еще есть остатки, он хороший. Но, блин, как будто не подходит моей коже, а так он охеренный. Я потом приду баночки посмотреть. Выглядит классно. Я же говорю. Что я переживаю, что я слишком зажал эти листы, они снизу, ну, поломались. Вот именно в этом. Да ничего страшного, они же внутри пакетика. Нехорошо все равно. Типа, когда... Надо скорее пить. Завари мне какой-нибудь чай. Просто листок, когда цельный, он, типа, отдает больше. Когда он сломанный, он с него что взять? Это я та собака за окном. Так выглядит крем. Не знаю, захотелось порадовать себя беременяшку. У меня ужасно болят ноги. Когда я сижу, у меня офигенно. Короче, теперь у меня режим стараться делать все по максимуму. Хорошо, что максимально то, что надо было погладить, я погладила. Ну, стоя. Потому что нет, какое-то время в день я могу, конечно, не сидя находиться. Но это, ну, в смысле, стоять, да? Тут очень плотная такая консистенция. Он прям вот, ты его мажешь, и вот прям у тебя есть ощущение, что ты какую-то охеренную... такую увлажненную пленку нанес на кожу. То есть вот он мне прям очень импонирует. Еще тогда, когда мы бабушке такой крем покупали, ну не такой, а понятно, под ее возраст, там другая какая-то линейка идет. И я помню, что мы с мамой тоже в магазине как-то стояли, эти крема что-то трогали, мы потом ходили и вот так вот гладили свои руки, потому что настолько приятное ощущение. Я помню, что мне тогда консультант в магазине, я хотела себе что-то такое взять. Он сказал, нет, вам вообще от этой марки ничего не надо, потому что там вам типа 25, а эти крема, они идут постарше. И в итоге она мне что-то другое предложила. Но она мне тогда дала Клоранс, он тоже хороший. Я сегодня хотела взять Клоранс, но его не было в магазине. В Эльдобате мы ходили. Там цены вообще трэш на духи. У нас же, получается, здесь всяких Шанел и так далее нет духов, парфюмов. И вот мы с мамой покупали. У нас есть любимый аромат от Шанел. Короче, я прикреплю картинку, как он выглядит. И вот такая вот коробочка с тремя флакончиками. Что-то, блин, 18 тысяч, что ли, стоило. Ну, короче, вообще сумасшедшие деньги. И мы со Славой зашли вместе, и его, например, парфюм
или духи у него, все. Ну, парфюм, наверное. Блюда Chanel, что ли, как они называются. 20 с чем-то тысяч стоит, охренеть. Хотя они стоили что-то десятку вообще. Ну, не то, что 10 это не деньги, но просто 20 это вообще капец. Вот. И мы с мамой тоже тогда охренели, но в итоге взяли, потому что это наши любимые духи. И да. А их же вообще не было. Их вообще нельзя было купить. Вот. Ну, ничего, один раз купил, и все. И ходишь. Так, купила себе свои любимые корректоры от Makeup Forever в оттеночке 20. Хотя, скажу честно, я хотела найти корректор от Pupa, который у меня есть. Он более плотный, он прям очень плотный, хорошо перекрывает прыщи. Но Pupa там не было. Мне дали каких-то пробников. И от Shiseido что-то дали. Какой-то, блеск, бальзам. Мне такое уже давали. Ну ладно, у меня уже, по-моему, был такое. Ну еще мне подарили какую-то эту. Я так поняла, это косметичка. Нет, отличный подарок, я считаю. Из одежды мы купили две одинаковые черные футболки в размере L. Просто обычные черные футболки купили в MAG. Ну, по качеству норм. Кстати, я себе там взяла два платья. Сейчас вам их покажу, продемонстрирую. Короче, взяли две одинаковые футболки черные, две одинаковые белые, потому что, как я вам сказала, мы с мамой будем снимать шоу кулинарное. И я еще заказала на Валберес фартуки. Надеюсь, они успеют прийти до момента съемок. Потому что если они не придут, то плохо. Придется быть просто в футболках. Но у меня еще здесь есть фартуки, но они не очень, типа, симпатичные. Один такой с красными рисунками, другой с синими. Но в любом случае я хочу это все тоже постирать, отпарить, отгладить, посмотреть. Может быть, ничего. Ну, типа, лучше, чем ничего. Будем такие яркие. Просто хочется быть в фартуке. Мы студию сняли, все вообще. Хотим круто снять. Хочется быть в фартуках, поскольку это как бы кулинарное такое дело. Вот. Я их туда брошу, потом буду стирать. Вот такое платье мне мерили. Сейчас буду вам делать этот... примерку вот таких двух платьев. Они абсолютно одинаковые, только одно белое, ну, молочное, и в размере S, а другое черное и в размере XS. Такой вот я crazy. Я думаю, конечно, что, конечно, S на мне лучше сейчас сидит, поскольку я пышечка. Вот, XS тут написано, рост 170, бедра 92, талия 64, бюст 83. У меня, получается, до беременности было как раз такое, что рост 168, бедра там 90, как раз там типа 3-4, талия 63, и бюст у меня тоже был 90-90, типа такого. То есть оно мне прям до беременности идеально подходило. А вот это вот размер S, бедра 96, талия 68, бюст 87. Ну, короче, на самом деле не такая большая разница. Есть, конечно, разница, но прикол в том, что они тянутся, поэтому я решила взять черное XS померить. Мне в целом понравилось. И еще зашли в Манго потом, я увидела вот такое платье, оно было в двух цветах, в двух оттенках. Сейчас тоже его вам померю, самое интересное. Вот, одно было вот такое, как я вам показываю, которое я взяла, а другое... розовое, что ли. Я даже розовое мерить не стала, потому что я знаю, что мне вот такой цвет больше идет. Оно прям самое то мне вот сейчас, вообще до родов. Единственное, что оно тоже в размере... Ну, я его мерила. В размере S. Стоило 3300, а вот эти из MAG 3000. MAG. Мне понравилось платье. Вот, и по качеству все. У меня вообще нет лидеров. Не знаю. Так что сейчас... сейчас вам сделаю примерку. Вот такое платье, оно мне напомнило в магазине этот, господи, как его, сорочку в роддом. Я когда мерила, я Славе говорю, слушай, ну в этом прям вот все, оделся в тапки, как раз я в тапках, и поехала рожать, реально. Но мне оно чем-то понравилось, своей какой-то легкостью, непринужденностью, потому что сейчас будет жара, я закачаюсь. У меня нет одежды, в которой вот прям легко-легко такой сарафанчик накинул и пошел. Вот, так что в целом прикольное платье, ручки здесь прикрывают. Что про него еще сказать? Животик миленький. Такой вот у меня животик. Сегодня пятница, ну сейчас уже суббота, можно сказать, практически. Вот, а в воскресенье у нас будет 35 недель. Может быть, не очень, но сложно беременной найти что-то такое, что прям будет идеально сидеть. И в целом мне нравится это платье. Ну, как сказать, не то, что я прям в восторге, типа, вау, да я в нем суперзвезда. Обычное просто такое для каждой, ну, на каждый день повседневное такое платьице, на жару,
вообще самое то, я считаю. Вот, и, конечно, в чем еще плюс, если оно у меня сильно не растянется, оно прям очень такая легкая здесь, классная, тянущаяся ткань. Может, я потом с чем-то специальным ее постираю, оно типа стянется, ну, если вдруг растянется. И, по сути, я его смогу носить после, потому что я его как раз брала. И вообще вещи, которые покупаю, я их надеюсь, что я смогу потом еще носить после. Вот, когда у меня уже не будет живота. Поэтому то, что я купила в беременность с животом, обязательно потом протестируем без живота. Так что пойду переодеваться в другое. Сейчас померю вот это, которое белое. Оно тоже с такими рукавами, но оно прям длинное, видите? Короче, длинное. Сейчас его померю. Так, ну, не могу сказать, что это прям вообще моё-моё. Как сказать, оно обычное, типа белое, но что-то в нем, короче, есть все равно. Вот я сейчас дома меряю. Во-первых, сиськи просвечиваются. Я думала, в нем завтра на день рождения к папе пойти. Но под него надо лифчик тогда какой-то надевать. Я просто не знаю, мне кажется, все будет просвечиваться, любой лифчик. В целом, прикольное тоже платье на сейчас, потому что оно очень хорошо тянется. В чем еще его плюсы можно отметить? Какой же я слоняра? В хорошем смысле, конечно же, ну просто к тому, что, да, очень тяжело что-то себе подобрать. Видела рилсы, где девочки беременные летом на себя что-то надевают, и звук такой, ну, типа, блядь, давайте, чё, помогайте, подсказывайте. Ну, типа, и все сидит очень тупо, потому что вот эти все летние вещички, шортики, ты на себя их не напялишь. Поэтому единственный вариант, в чем ходить летом с большим животом, это какие-то варианты платьев, которые тянутся, либо очень свободные, потому что в остальном ты просто выглядишь жесть. Ну, не знаю, блин, конечно, я такая здоровая. Вот это я женщина огромной девки. Все еще не верится. Я иногда смотрю на себя, думаю, да не, вообще живот небольшой. Все. А вот в некоторых нарядах, как посмотришь, так сразу это думаешь, нормально. Ну, я, конечно, не знаю, буду я его носить после. Ну, в смысле, насколько оно хорошо будет на мне сидеть после. Все равно прикольно, может быть, и в нем пойду. Не знаю, сейчас черное померю. Но мне кажется, лучше мне сейчас носить черное, потому что оно мне прям вообще впритык, а живот сильно растет быстро, поэтому надо чуть-чуть походить в черном, а потом вот в это попытаться влазить. Так, девочки, вот черное. В нем я себя чувствую вообще максимально комфортно. Вот так вот даже смотрю в камеру, как будто бы я и не беременна. Просто талия стала не такой узкой. Так хлопаю вообще. Вот оно, блин, XS, мне больше нравится. Но мне оно еще больше нравится, потому что оно черное все-таки. Потому что в светлом, я, будучи и так пышечкой, я становлюсь еще более пышечкой. И дело не в том, что, конечно, понятно, я беременна, а даже в том, что просто как-то, ну, типа, не то пальто. Это мне больше нравится, и я в шоке, что это XS. Ну, конечно, из-за того, что оно тянется хорошо. Оно плотненько облегает животик, плотненько везде сидит. Так что, не знаю, есть вероятность, что в него, может, пойду завтра. В том точно, который синяя первая показывала, не могу пойти в ресторан. Мне кажется, оно больше для таких легких прогулок в кафешке. Но я так поняла, не знаю, надо спросить у папы вообще, что там по дресс-коду. Я так поняла, что просто типа ресторан, ну так уж прям в вечернее платье наряжаться не надо. Но как бы нарядиться надо. Вот, у меня есть еще вот такое платье. Я думала, что в нем пойти. Оно короткое и такое, я в нем как облако. Оно из магазина Lime, в размере S. Из-за того, что у меня большие груди, у меня даже в размере S. Ну, нет, нормально, могу в нем быть, но как будто, короче, сильно прижато. Вот. И я его как раз-таки брала с намеком на то, что и после родов носить. Его и сейчас хорошо, и после родов, потому что оно просто облако. То есть оно даже живот никак не облегает, оно никак не растянется. Ну, а теперь я думаю, что из-за грудей, конечно, сложно будет. Вот. Сейчас-то мне в нем упруго, а потом, когда еще молоко будет, вообще прикол, как ходить. Вот, я его заказывала через интернет, потому что когда мы были с Настей и подружкой в магазине, я его мерила, оно было все в тоналке чужой, в грязи. Вот, и Славе оно не очень сильно нравится, ему не нравится вот этот белый, типа, фартук, белый ободочек. Не знаю, чему не нравится, а мне кажется прикольно. Ну, мне тоже такое не очень, но мне кажется, оно прикольное, ну, в таком стиле, знаете, стилевое, скажем так. Вот такое приобретение. Напишите в комментариях, какое платье вам понравилось больше. Я просто представляю, что вот в этом платье, в белом, да и в том, вот эти три покупки, я их спокойно могу носить и потом. Я вот представляю, что лето, я с малышом,
Не знаю, какая у меня фигура, конечно, будет после родов. Насколько мне будет комфортно вот в таких обтягивающих платьях и вообще, в принципе, в платьях. Может быть, мне будет комфортнее в шортах, в футболке. Я просто представляю прогулки с ребенком, например, в парке с коляской. Потому что, блин, мне рожать в июле, в начале. И самое жесткое лето, июль, там, август, выпадает как раз на вот это вот все. В целом, мне нравится, я довольна сегодняшними покупками. Я вообще каждый раз довольна покупками, потому что я в беременности стала сумасшедшей шопоголик. Мне нравится все покупать, хочется, и все это мне доставляет мне счастье. А еще сегодня день рождения у моего менеджера Кирилла. И это такой прикол, типа день рождения моего менеджера и моего папы в один день. И каждый год Кирилл приглашает на день рождения, и мне приходится перед ним как бы, ну, извиниться, потому что понятное дело, что я пойду к папе на день рождения, к отцу, хотя Кирилла я обожаю, моего менеджера, он вообще офигенный человек, и очень много для меня сделал, и вообще красавец просто. Я его уважаю, ценю, дорожу. Не в том году, а в позапрошлом году мы со Славой приехали сначала к папе, поздравили с днем рождения, а потом поехали к Кириллу на вечеринку, поздравили с днем рождения, и это было норм. Ну, короче, ноги болят, настроение супер, сейчас вам еще кучу всего буду показывать, и пойдем смотреть, как Слава расставил чай. Я же там всяких конструкций заказала с Фалберс, я у вас, девки, вообще сумасшедшая. В общем, я переодеваться и показывать вам домашние прелести. Так, ребят, мы с вами на кухне. Во-первых, как я вам говорила, у нас была генеральная уборка. Это значит, что у нас супер чистые окна. Сейчас, конечно, ночь, и непонятно, но они просто офигенные вообще. Пылинки ни один нет. Вот такие классные цветы мне прислала Сончик от ее компании, магазина цветов Blue Menu. Вот, так что очень приятно. Красотища просто неописуемая. Так здорово, когда дома чистый, еще и такой букет стоит. Обалденный. Вот тут у меня, кстати, мое женское счастье. Это уже у меня третий цветок. А тут, смотрите-ка, четвертый будет. Вот так. Только вот интересно. Я сегодня отрезала один, который отцвел уже. А, вот я его отрезала. А тут сразу еще один растет. Представляете? Меня этот цветок всю беременность радует. Я уже рассказывала, что он раньше не рос. А как я забеременела, он начал цвести. Вот, я безумно счастлива. Я обожаю тебя, цветочек. Вот так. Так что скоро он меня порадует уже четвертым цветочком. То есть вот это сейчас третий, да. А до этого первые два цвели уже, и все. Сушились, я их нафиг отрезала. Так что вот такая красота. А, мои покупочки на ВБ. Вот такую хрень заказала. Просто написала салфетница, все. А, сюда засунула обычные салфетки. Вот, получается все как и в обычных этих. Вырываешь, и там остается дальше. Что сказать? Отлично, выглядит лаконично, лучше, чем то, что у нас обычно стоит, типа вот такой хрени. Вот, вот прям такие я покупаю, оттуда просто достаю, не отсюда, понятно, а вот здесь вот раскрываю, достаю и туда запихиваю. Все, сделали тут уборку, но это еще не супер-пупер уборка, потому что там есть всякое, что можно было бы тоже выкинуть, но у меня уже сил нет, и там в основном типа свечки, поварёшка какая-то, что-то для посудомоечной машины. Здесь у нас полностью лекарства разные. Тут лекарства, тут, короче, что там только нет. Мы периодически со Славой вдвоем садимся и делаем разбор, тухляк выкидываем. Здесь у нас стоят хлопушки, и вот эти вот контейнеры должны были уехать на дачу. Хотя вот этот хороший, я его люблю. Короче, мы должны были их собрать и погрузить в машину, чтобы они там лежали и ждали, когда мы поедем на дачу. Потому что я кучу контейнеров собрала и так и сделала. Но вот эти контейнеры оказались где-то там глубоко. А у нас обычно вот тут контейнеры. Теперь у нас здесь кастрюли. Новые кастрюли, а старую мы выкинули. Потому что одна текла, а другая была сожжена к хренам собачьим. Мы недавно были в магазине и купили целый набор. За 14 тысяч. Здесь идет 3 кастрюли. Классные. У них еще классные вот такие дырочки. Вот такие дырочки. И можно прикольно все сливать. Или даже больше. Подожди, 4 кастрюли? Да, 4 кастрюли. Вот, маленькая еще есть. Еще меньше. Я в ней рис вчера делала. То есть получается... А, нет, 3. Все верно. Это у нас от другой. Просто еще больше кастрюля. Раз, два... Третья в посудомойке помылась. И еще ковшик вот такой. Короче, улет. Так что теперь у нас здесь вот так. Удобно довольно-таки. Здесь у меня вот такие причуды стоят. Мясорубка, миксер. И здесь для мясорубки вот так вот лежит. Не очень красиво. Я потом закажу красивый контейнер.
Здесь у меня сейчас как бы бардак, но на самом деле как раз таки здесь стояла мясорубка, кастрюля, еще что-то. А вот это мне пришлось сюда напихать уже, потому что когда мы здесь разбирались, в тот момент сюда пришли клинеры убирать. Какая смешная, я уже в душ сходила, но косметику еще не смыла. И вот эту банку надо тоже на дачу, соседнюю банку тоже на дачу. Это вообще от миксера. Да, это от миксера, можно сюда запихнуть туда, поставить куда-то. Вот, ну и, в принципе, сковородки у меня тоже не здесь обычно хранятся. Духовку, кстати, нам тоже мыли. У нас была генеральная, как я вам сказала, уборка. Тут сейчас все разложено не так, как мне надо. На самом деле, я вот такие какие-то штуки вообще могла бы убрать. Вот, например, вот этим мы почти не пользуемся. Хотя вот этим я пользуюсь, когда рыбу делаю. Ну, в общем, здесь отличное место для того, чтобы здесь хранить как раз-таки эти сковородки. Удобно. Я сюда поставила контейнер, в котором у меня все крупы, все штуки, дрюки, мука, то, что у нас есть типа в запасах, гречка. И у нас еще, представляете, вон там наверху были тоже какие-то запасы еще, ну не со времен, когда ковид начался, конечно. Ну, короче, были запасы, я думала, что гречка, она чуть ли вообще не бесконечная, без срока годности. А прикиньте, у нее срок, оказывается, не такой уж и большой. Я охерела вообще. Надо разбираться. Здесь я не успела доразбираться. У нас тут вообще вот такой вот бардак. Мультиварка, пароварка, которой мы не пользуемся. Вот. Ну да, вот здесь вот, видите, еще не доубиралась. Было бы больше времени в тот день, именно свободного здесь, то, конечно, доделала бы. В общем, тут у нас тоже было все захламлено. Тут, по-моему, как раз лекарства и стояли. Короче, было все захламлено. Теперь стало попросторнее. Еще потом, когда вот эти контейнеры уберем, их можно вглубь поставить пока. Потому что для контейнеров у меня другое место. И у меня для контейнеров новый, точнее, контейнер вообще, в принципе. Здесь у нас вообще стало классно. И то это не итог, не финал. Короче, я на Валберс заказала вот такую хрень для чая. Не могу сказать, что я в восторге, потому что вот, например, нам в идеале, да, чтобы вот так вот стояло. И вот отсюда, например, как-то выдергивать. А так не получается. Надо открыть, значит, надо верхнюю поднять. Вот. Но такое мне, конечно, хранение все равно больше нравится, чем хранение в коробках для чая. А у Славы вообще, он обожает вот такой чай, какой-то крутецкий, дорогой. Заказал себе его. Мы как-то привозили такой чай, то ли из Абу-Даби, то ли вообще откуда-то там он в отеле попробовал. Еще какой-то охрененный чай. Намного лучше там вот этих всех, которые в этих белых коробках. И я ему отдала вот эти вот классные коробочки, которые я тоже заказала с ВБМ. Это просто стеклянные такие баночки с такими крышками. Вот у меня есть такие еще большие. И еще должны прийти целый комплект, по-моему, вот таких. И, по-моему, там баночки поменьше были. Ну, короче, у меня как раз было 4. И у него как раз было 4 чая. И я ему их отдала. Говорю, забирай. Вот, я ему сказала, вырежи красиво. Так вот, хоп, открываешь, там такая красота. Короче, дома вот это все оформлять очень приятно. Здесь у нас такие классные черепахи стоят. Мед в такой банке. Сахар кубиками. Сахар-песочек. Здесь тоже какие-то чаи. Надо тоже... Ну, мы вообще разбирались, что-то выкидывали, много чего выкинули на самом деле, но еще не полностью доразобрались. Вот, здесь у нас капсул для кофе, который мы здесь вообще кофе не пьем, у нас тут даже кофемашинки нет, она у нас на даче стоит. И там у меня два пустых типа контейнера, вот таких, банки контейнеры. Пустые, потому что, ну, короче, они мылись у меня, откуда-то я их достала, и пока туда засунула временно, потому что пока не разбиралась еще на кухне дальше. У нас тут такой трэш был, вы даже не представляете, все стояло друг на друге, просто вот так вот вывалилось, куча всякого тухляка, чая, которому по миллиард лет, кофе, блин, растворимый тоже, который мы еще не пьем, который уже стух, ну, в общем, навели тут на самом деле порядок, и это, конечно, еще не финал, можно еще лучше. Здесь у меня как раз-таки стояли сковородки. Теперь у меня здесь контейнеры. Не знаю, пока удобно ли мне это будет. Я на ВБ заказала два вот таких комплекта. Там, получается, идет одна большая, поменьше, еще меньше и в ней еще меньше. Вот, я заказала два таких комплекта. Один мы уже использовали. Как раз вчера у нас тут две котлетки. Вот такие вот. И там рис. В чем удобство, что они стеклянные. Понятно, они дороже стоят. Они стеклянные, и в них сразу можно их сразу поставить в духовку. Оттуда сразу можно есть. Еще что-то с ними. Ну, короче, они, конечно, намного круче, лучше. Я подумала, пора обновлять, пора вот эти вот пластмассовые заменять. И в моих идеальных представлениях вообще отказаться от пластмасса. Ну, короче, как минимум на дачу отвезти. Здесь я оставила
достаточно много контейнеров, видите наверху сколько. Вот эти вот, кстати, прозрачные синие хорошие, некоторые даже не использованные. Вот, но на самом деле нам много контейнеров не надо, но не знаю, с появлением ребенка может и понадобиться. Пока не знаю, вот. Контейнеры дома хорошо, когда к тебе приходят гости, там родители, что-то со стола осталось, отдал с собой, там угостил. Вот, поэтому все равно контейнеры дома должны быть. Хотя, конечно, они не используются так часто. А нам вполне вот таких двух наборов, мне кажется, хватит. Тут у меня вот такая интересность, только она скрипит. Это единственный ее минус, но, наверное, можно, может, смазать. И, скорее всего, я заменю вот эти банки. Потому что я заказала какие-то новые стильные, классные. И вот такие вообще квадратные. Вот, я когда заказывала квадратные, я думала, что они у меня тут будут стоять. Чисто квадратные. Потому что квадратные, конечно, лучше хранить, чем круглые. Так как они, ну, как будто больше пространства занимают круглые. Ну, в общем, не суть. Пока тестово так. Здесь тоже было по-другому. Здесь тоже пока временно так. Сухари панировочные. Пустая. Мука. Это вообще не использую, потому что я ничего не запекаю, ну, вот эти все пироги не делаю. На самом деле, тут был такой трэш, вы даже не представляете. Скорее всего, здесь все-таки что-то я поменяю, вот, но попозже. Здесь тоже все очистили, было куча всего, вон там стояли рис, куча, миллион всего вот этих запасов друг на друге. Здесь было куча разных специй, тоже друг на друга наваленных, которыми мы не пользуемся, половина из них протухла. Сюда я заказала двухъярусный вот такой для специй. На самом деле классная хрень. Найти легко. Всякие артикулы уж оставлять не буду. Найти легко. Просто, не знаю, напишите этот. Типа для хранения на кухне, для специй. Какой-нибудь там органайзер для специй. Или как-то по-другому крутящаяся штучка. Они есть разные. Есть даже трехъярусные. Вот, и разных диаметров. Так что замерьте. Я не замеряла, так взяла, и в итоге, слава богу, подошло. Хотя, видите, впритык. Туда много чего не поставишь. А здесь то, чем мы постоянно пользуемся. Вот. Вот здесь у нас просто наша посуда. И здесь обычно стояли контейнеры. Куча миллионов контейнеров. Сейчас здесь вот так. Тоже как бы посуда, которой пользуемся. Но вот эти, например, тарелочки мы частенько используем. Там хлопья поесть, суп поесть. И не очень удобно за ними так далеко тянуться. Они стояли у меня вообще вот здесь. Ну, то есть намного удобнее. Поэтому есть вероятность, что придется как бы поменять их место. В принципе, получается все. Больше ничего интересного у нас тут нет. Больше нигде ничего не меняли, потому что не было времени. Тут тоже бардак в этих двух полках. Надо разбираться. Вот так вот у меня капсулы по-дурацкому хранятся. Я как раз одну из тех баночек заказывала с мыслями о том, что я сюда капсулы насыплю. Вот. Но мне приятнее их отдать под чай мужу. Вот. Я сама предложила. Тем более, что ко мне еще приедут баночки, я еще успею это все сделать. Вот тут все тоже нафиг выкину, поменяю, изменю, наведу красоту. Вот такой вот план у меня. Короче, избавляться от хлама прям офигенно. Вот я так сижу. Что на ногах стоять просто невыносимо. Я не понимаю, что за хрень, почему так больно на ногах стоять. Да, они у меня сейчас, конечно, выглядят отекшими. Я еще сняла компресс, его, кстати, надо сейчас еще постирать. Ненавижу. Меня это так бесит. Сначала я брыкалась и не хотела покупать моющее средство для компрессионных чулков, потому что думала, что они не будут так быстро пачкаться, и вообще буду их чем-то другим мыть, но их нельзя чем-то другим мыть. В итоге, пока я не купила, я помыла только лапти, ну, сами, типа, ноги, не по длине. Но этого все равно недостаточно. Вот, поэтому купила вот такую херобору, там же, где я покупала компрессионные чулки. Сказали, прям горошинки хватает. Я вот так вот пшикаю, водой заливаю, она стоит какое-то время. Потом я их руками шмякаю. И получается очень вкусно. Садится камера, но я сейчас загружу стирку. А, еще покажу, пока не выключилась. Вот такие наволочки заказала. Декоративные. Так, воды достаточно. Декоративные. Две такие и две вот такие. Ну, они такие, типа, как барашки. Но, блин, по цвету надо было что-то более белое мне подбирать, потому что вот такого бежевого у нас, не сказать, что много, у нас почти все белое. Но мне просто захотелось, потому что мне показалось, они уютнее. Их тоже надо постирать. Так, девчонки, я вам сейчас покажу, как я все разложила, детскую одежду. И не знаю, оцените, нет. Ну, я старалась. Ну, как сказать, старалась, но без фанатизма. Короче, не смотрела я всякие ролики в интернете, как надо складывать. Просто складывала, как получалось. Здесь боди. Вообще, я думала, это комбинезоны, но это, оказывается, называется слипы. Ну, мне кажется, пофигу, как
какая разница. Здесь боди, это самый, как сказать, не то, что самый маленький. Тут у нас размеры, получается, с 52-го, 52-й, но на 52-й у нас вообще буквально, ну, типа, я не знаю, вот, вот столько вещей. Ну, короче, очень мало 52-го, в основном все идет 56, что ли. Где бы тут подглядеть? Короче, да, по-моему, 56-й у нас в основном. Ну-ка, сейчас тут глянем. Да, 56-й размер. В общем, в основном здесь 56-й размер. Это как раз вот у нас на первый там месяц. Не знаю, как быстро вырастет наша малышка. Все-таки все детки разные рождаются и растут потом по-разному. И, ну, как бы, уж как есть. Тут все 56-го размера боди, комбинезоны. О, тут какие-то штанишки, ползунки и какие-то более объемные боди я сюда засунула. А это вообще такой, типа, как кокон, что ли, такая прикольная штучка. И это тоже как такой, заворачивать малыша. Контейнеры, разъединители тоже заказывала на ВБ. Они есть разные. Есть вот такие, где 6 ячеек, тут 12. Ну, скажу честно, удобнее вот эти, которые 6. Хотя, видите, 12 тоже, как я использовала. Но 12 много не берите. Я вам сейчас покажу, для чего я их еще использовала. Мне больше вот эти зашли. Они, ну, короче, в них лучше все завернуть. Даже по 2 вот так вот удобнее заворачивать. Здесь прям очень плотно, тесно. Ну, где маленькая одежда, еще ничего. Там дальше на вырост идет, они все вещи больше и побольше становятся. Поэтому я вообще офигела их сворачивать. Но свернула быстро достаточно, кстати. Есть вот такие квадратные, одинарные. Тоже удобные для каких-то мелочей. Быстренько вот так вот закинул что-то такое. Например, здесь у меня в такой лежат платки. Тоже очень удобно. У нас куча разных прикольных таких платочков. Полотенчики. Здесь у меня, получается, пеленки муслиновые. Вот такие вот там хлопковые или как их... Вот такие пеленочки и одноразовые. Но, скорее всего, одноразовые будут у меня все-таки лежать около пеленального столика где-то. Но пока здесь все пеленки, я подумала, пусть эти здесь лежат. Вот, заказала от Джунис. Джунис. Вот такие обалденные от Заяц Меховой. Офигенный магазинчик вообще. Они нам кучу подарков прислали. Я вам в прошлом влоге рассказывала. Но я сюда не сделала уже распаковку именно во влог, потому что я это все снимала и потом сразу в стирку закидывала для рилса. Я решила такое сделать. Вот, у нас от них очень много одежды. Прям много. Вот это, вот, короче, много-много от них одежды. Так что им вообще спасибо за такой подгон. Вот эти все... Пеленочки классные, тоже от них. Эти, по сути, пустовать будут. Это я отсюда уберу. Это на автолюльку, там на коляску, еще куда-то. Типа для тенька такая тряпочка. Я вам ее как-то показывала. Тут, скорее всего, я буду кидать какие-то там носочки, не носочки, эти царапки. То, чем мы периодически пользуемся, шапочки. В общем, они у меня будут где-то вот так сложены. Такое то, что обычно мне нужно поскорее. Вот, а так пока все это сложено здесь. Такая мелочевка. Тут у меня носочки в двух. Вот такие 12 отсеков в контейнерах удобно как раз для мелочи, типа носочков. Вот у нас их очень много, но это носочки вообще на все время, которые вот у нас есть размеры. Тут есть и большие, и длинные, и маленькие, и такие, и сякие. В общем, я решила все в одно запихать, потому что чё их, господи. И такие они и на то, носки они и в Африке носки. Такие с клубничкой носочки есть, есть с крылышками носочки. Короче, каких носочков только нет. Вот это все царапочки, вот это, вот это, вот это. А, нет, это уже носочки. Я знаю, кто из них кто, поэтому, в принципе, мне не нужно там подписывать, какой, где, что, размеры. Ну, то есть это все не надо, и по ним и так видно, на самом деле, кто там малышки, кто нет. Здесь шапочки, видите, как у меня все подписано, прикольно. Я вам сейчас покажу машинку, которая такое печатает. Тут у меня шапочки все. И тут парочка каких-то... А, нет, это тоже шапочки. Короче, тут все шапочки. И их много. Они тоже в два ряда. То есть там под этой шапочкой еще шапочка. Под этой шапочкой еще шапочка. Ну, короче, у нас много-много этих шапочек. На разный вкус, цвет. И что там только нет. И такие, и сякие, и вязаные, и невязаные. Тут у нас слюнявчики и бантики. Не знали, как подписать вот эти все бантики, решили просто бантиками подписать. Вот, слюнявчиков не так много, вот слюнявчики и вот. Ну, посмотрим, как часто вообще они нужны будут, будем пользоваться. И тогда уже, если что, может, докупим, не знаю. А здесь всякие бантики, украшульки. Это не резинка моя для головы, он очень сильно тянется для детской головы. Ну и всякие там есть милашные. Вот, так что тут у нас все в бантиках. Что у меня здесь? Здесь у меня постельное белье расположилось и какая-то часть пеленочек. Ну, в принципе, пеленки будут использоваться так же, как простынки, там в коляску, еще куда-то. Так что, в принципе, это
ничего, что я объединила чуть-чуть. Вот это простынки я заказывала. Ну, честно, не очень довольна качеством. Какие-то они грубоватые, что ли. Тоже заказывала на Валберес. Вот такая и однотонная просто. Ну, не знаю, посмотрим. Может и ничего будет. И мне еще пришла простыночка со звездочками. Сейчас в стирку, кстати, положу. Тоже, наверное, такая же будет, которой я буду не очень довольна. Ну, уж что поделать, не знаю. Посмотрим, надо будет постелить, потестить. Здесь у нас классное постельное белье от Natura Pura. Вот это вот хорошее. Вот это прям вообще офигенное. Вот, я его положила в такой вот тоже отсек. И здесь вот в таких квадратненьких у меня удобно расположились пеленочки. Ой, как их, господи, не знаю, как правильно их назвать. Типа простынки, наволочки. Ну, наволочки логичнее, хоть это и не для подушки, но это для коконов получается. Вот эти две идут на кокон зёвушка, вот эти две идут на пеленальный матрас, вот эти две идут на другой кокон, который у нас пока типа на антресолях, короче, лежит, но мы его достанем тоже. Так, тут, значит, у меня 62 размер. Тут боди и комбинезоны тире слипы в перемешку. Вот это все боди, скорее всего, вот это все комбезы. Тут где-то еще штанишки, по-моему. Короче, вот это все 62-го. И что-то, кстати, у нас, по-моему, еще висит даже. Это что? Это, по-моему, штанцы вообще. Вот такие классные штанцы. Вот, не знаю, на какой возраст, конечно, мы такое будем носить. Ну, наверное, на месяц 2-3, да? 3-4. Не знаю, потому что вот это, например, показывает, что это 6 месяцев. Это ребенок 7-8 килограмм, 68 сантиметров. Здесь у меня все 68 размера, и вот это тоже. Здесь у меня штанцы завернутые, точнее, кофточки завернутые в штанцы. Потому что там, по-моему, идет кофточка даже, а не боди. Или боди. О, господи, я уже не помню, я запуталась, девки. Потом уже, когда ребенок подрастет, тогда я буду смотреть, что у меня там лежит. Здесь комбезы, по-моему, или бодики. Короче, я их вот так вот свернула, просто шмяк-шмяк, шмяк-шмяк-шмяк. Не знаю, интересно вам посмотреть, как я сворачивала. Но мне кажется, блин, это вообще просто сами начнете сворачивать, когда вещички, и сами поймете, как вам нравится, как лежит, как не лежит. В любом случае, оно все идеально, всегда лежать не будет. Но мне кто-то пишет, типа, ой, ха-ха, Юля, посмотрим, у тебя там через неделю-две будет вообще такая жопа в полках, все будет через жопу валяться, скрюченное, свинченное, все будешь быстро забрасывать, не будешь так скручивать. Ну, посмотрим. Я не буду загадывать, не буду говорить, типа, нет, вы че, у меня все будет так всегда, идеальный порядок. Говорить так не хочу, но для меня порядок – это важно, реально важно, поэтому я думаю, что есть вещи, на которые можно найти время, и на самом деле вот это все свернуть, а я-то сворачивала вон сколько всего, и все складывала в один день, и я потратила на это, ну, может, часа полтора, не знаю, со всякими разобрать, разложить, мне еще Слава помогал все отсортировать по размерам, но когда ребенок уже вырастает до определенного размера, и ты стираешь и носишь только вот эту, например, одежду, что тут сложного свернуть, блин? Сколько тут? 24 отсека. Что тут сложно? Это займет, блин, 5 минут реально. Я считаю, что люди, у которых срач в таких шкафчиках, они просто ленятся, и для них это не важно. Вот. Так что не надо говорить, что это, типа, очень много времени занимает, ни хера подобного. Но посмотрим, как будет у меня. Но мне кажется, что если у меня будет срач, то значит, мне просто тупо лень, а не потому, что я, типа, не могу найти на это время. 74 размер, и у нас тут его будет много. Еще два вот таких яруса точно будут 74 размера. Сейчас покажу, почему. Здесь, кстати, у нас очень много одежды от La Redoute. Мне в идеале охота ее вам тоже показать, потому что я вам ее вообще нигде не показывала нормально. Я ее уже всю постирала, все я погладила, я не просто свернула калачиком, я все гладила. Не знаю, есть ли в этом толк, учитывая, что оно все свернутое калачиком. Колготы, штанишки, вот такие вот есть штанишки с крылышками. Тут бодик какого-то тоже большого размера, 72-76 сантиметров, вот. Ну, тоже сюда в 74 поместили, и там еще тоже что-то плотненькое. Такие дела. Еще вот такие заказала, но не знаю, насколько они мне пригодятся. Я таких буквально 2 или 3 штуки заказала контейнера. А так самые классные. Ну нет, в принципе, видите, в итоге сюда все-таки все нормально поместилось. У нас даже тапочки всякие есть модные. Только такое хранение мне, конечно, не очень нравится. Я придумаю для них другое хранение, скорее всего. Короче говоря, вот так. Не, ну в итоге 12 отсеков тоже хорошо. Видите, как сколько я сюда бодиков свернула. Просто для бодиков супер, а вот для уже всяких слипов или объемных вещей не очень супер. Ну и для всяких колготок тоже класс. Здесь у меня немножко тоже уже что-то разложено. Я заказала подгузники. Какие, значит, я взяла на пробу. Я видела хорошие отзывы про Junis. Вот такие.
И мне писали то, что они классные. Тут еще, видите, вот такая есть полоска. Я видела, мне кто-то присылал прикольчик такой, ну, этот рилс, не знаю, тикток, что это было. И когда эта полоска становится вся синяя, это значит, что подгузник заполнен. А если она, например, наполовину синяя, то еще можно не менять. Короче, такая желтая полоска, как будто бы уже кто-то описался. Ну, типа, удобно. А еще здесь на них должна быть какая-то, этот, чтобы пупочек не прикасалась. Ну, как раз это подгузники Newborn. Вот, самые маленькие берите Newborn, которые, ну, там легко разобраться, по килограммам написано, на рождение и так далее. Еще взяла подгузники от Мэрис, потому что мама говорила, что они классные. Ну, может быть, когда моя мама была беременна моим братом Сашей, и когда она его уже родила, понятное дело, может быть, на тот момент они были прям супер-пупер, но сейчас мне что-то написали, что они протекают, все какашки вываливаются. Короче, не знаю, надо, ну, понятно, потестить. Сказали, что хорошие еще какие-то японские, Moon, что-то там. Вот. В любом случае, я больше заказывать не буду. Я заказала одну упаковку 24, другую упаковку 24. Вот эти будем пользоваться и смотреть, что нам нравится, что не нравится. Пробовать что-то другое. Понятно, не вижу смысла много закупать, потому что ребенок растет. Да и смысл. Вдруг нам ни то там не понравится. Например, захотим другое что-то пробовать. Тут пока у меня все равно тест вот так лежит. В планах оставить только один от всех с подгузниками, но пока у меня два вот так вот. Тут мелочь всякая у меня вот такая собрана. Я потом здесь буду более тщательно наводить порядки. Все расставлять пока вот так. Еще заказала себе вот такие вот трусы послеродовые. Некоторые пишут, что надо прям побольше. Заказ, бери прям вообще несколько упаковок, не пожалеешь, потому что после родов и после, если вдруг кесарево, либо роды, естественные разрывы, там еще что-то, очень удобно именно вот такие трусы, а не какие-то там прокладки. Так что велика вероятность того, что закажу еще. Здесь у меня немножко беспорядок, потому что не было просто времени все это разобрать. Слава сегодня сделал второй вот этот рейл. Тут сейчас все у меня висит так в разнобой, скажем так. Белые вешалки вместе с коричневыми. Здесь тоже так. Ну, это просто как бы тестово. Потом я все развешу, чтобы не бесило, чтобы был один стиль. Например, сверху будут вот такие для всяких коротких кофточек, еще чего-то, а снизу что-то более большое. У меня садится уже второй аккумулятор, так что придется на этом заканчивать влог. Вот такие дела. Так что завтра продолжим. Завтра мы идем на дыре к папе моему. Ребята, у меня буквально чуть-чуть зарядилась камера, я решила вам показать. Мы подвинули, чтобы посмотреть, как будет вот так, потому что я видела комментарии, что типа, Юль, то, как у вас стоит, это не очень, лучше поставьте кроватку к стенке, а пеленальный вот сюда. Но в итоге получилась вообще фигня, мне так абсолютно не нравится. Даже если мы подвинем шкаф, то получается у меня все равно меньше места. Мне наоборот нравится то, что когда я захожу в комнату, допустим, скорее всего, у нас тут даже ребенок не будет прям вот так вот спать дофига, но мне наоборот нравится, что когда я захожу, я сразу, во-первых, вижу ребенка. И мне нравится, когда есть пространство между комодиком и кроваткой. То есть, когда кроватка стоит вот так. Ну, как будто более лаконично, что ли. А так, и ни туда, и ни сюда. Здесь дырка. Ну да, хорошо, мы подвинем даже, если шкаф, все равно. А светильник тогда куда? Он хорошо стоял там. Ну, короче, в итоге то, как мы поставили, было, мне кажется, самым прикольным решением. Вот. Не знаю, согласитесь вы или нет, когда вы уже видите. Сейчас вам покажу, как было до. Все-таки так выглядит более логичным, что ли, более удобным, более понятным. Ну, не знаю, просто мне нравится то, что у меня, во-первых, тут есть место. Я могу вплотную вот сюда подходить. Может, мне и не придется вплотную вот здесь стоять, но все равно это удобнее. Плюс у меня уже есть идея, план, вот эту штуку повесить вот сюда, на шкаф. Как мы это сделаем, не знаю. Скорее всего, забьем гвоздь где-то сверху шкафа, потому что его все равно не видно будет. И зато у меня рядышком будет висеть вот такое классное хранение. Я смогу сюда и памперсы засовывать под рукой, чтобы были, и какие-то игрушечки, и не знаю, что еще, присыпочки. Что-то такое, что вот легко, быстро можно достать. Вот, в любом случае, просто прикольная штучка, которая добавит уюта. Скажите? Мне кажется, да. И при этом не надо портить стены, потому что у меня это всегда большой страх, что-то вешать на стены. Но у нас есть еще классные украшения от Ля Редут, и я беспокоюсь. Беспокоюсь о том, что я хочу их все повесить, но вдруг потом захотим снять, останутся следы. Ну, короче, волнительно. Но штука очень классная. Котик мой хороший, пришла за мамой. Говорит, мама, пойдем в кровать, уже 2:39. Но мама только включила стирку на час. Короче, я тут все разобрала. У меня тут было немножко, ну, не то, что мусорно. В общем, хочу здесь навести порядок. В любом случае ждать стирку. И поставлю видос на рендер. Кстати, смонтировала влог.
который вот этот. Так что вот, запомните, как здесь сейчас. Тут, наверное, тоже разберусь. О, подожди. Батарейки. Помните игрушечку мы смотрели? Вот для нее батарейки. Что я здесь изменила? Вот сколько мусора я собрала. Ну, довольно-таки много. С учетом того, что я это достала из стола. Так что там коробка от чехла. Коробка с духами. Я их тоже вытащила. Вообще им надо начинать пользоваться. В общем, здесь стало вот так. Ну, в целом миленько, но эти органайзеры не совсем подходят к столу. Вот, например, вот этот мне пришлось немножко сверху, то есть, видите, он на весу. И они как бы все идеально не встают. То есть вот сюда, между этими, я уже еще один такой не поставлю, как бы я ни крутила, ни вертела. То есть они все равно, ну, должно быть какое-то пространство. Но из-за того, что они так сильно впритык вот здесь к этому, ничего не шатается. Вот. Мне нравится, как это выглядит в целом. Здесь у меня маленькие бумажечки. Я обычно, когда какие-то документы появляются, здесь что-то подписываю и файлик кладу. Вот, я их просто нарезала, обычные бумажечки, чтобы, короче, в документах тоже был порядок. Это машинка, которая печатает надписи. Вот, любые можно в телефоне забиваешь. Но я ни разу сама не пробовала, мне Слава всегда делает. Я его прошу, прихожу к нему, говорю: «Зай, напечатай мне вот это. Напечатай мне боди размер 56 для ребенка. Мы сидели, он мне тут печатал. Тут у меня ручки с карандашами какие-то. Ну, я же в школу не хожу, а я особо ручками не пользуюсь, поэтому у меня их как бы немного. Там есть парочка. Вот это какая-то крутая. Мне ее дарили. Она же в коробке была. Тут батарейки, тут какие-то флешки старинные. По-моему, наполовину сломанные наушники. И есть у меня еще вот такой вот поп-сокет от Dior. Он был тоже в коробочке, я его раскрыла, но я им не пользуюсь, одарили его, не знаю, сколько лет назад. Не пользуюсь, ну, то есть он наклеивается на чехол. Вот, потому что я никогда не пользуюсь поп-сокетами, ну, не знаю. Мне, наверное, было бы удобно, но из-за того, что я в машине телефон кладу там, где у меня экранчик, не знаю, видели вы, нет, наверное, видели. Вот, то есть он у меня не на подставке, телефон стоит, а просто я его на экран кладу. Там есть для этого место. То я думаю, что из-за этой хрени он будет скользить, падать. Вот, тут у меня аккумулятор дополнительный, флешки там будут, которыми я пользуюсь активной, скажем так. Там какая-то ерунда, не знаю, как ее доставать, если вдруг срочно понадобится. Ну, то есть придется как-то лезть вот так вот, потому что либо всю эту конструкцию рушить. Но с другой стороны, пофиг, потому что там что-то не супер важное. Там у меня блокнотик, которым я тоже особо не пользуюсь. Есть у меня вот такая хреновина с Wildberries, причем которую я заказывала вообще очень давно. Это файлики на... А может, недавно заказывала? Слушай, надо поменять. Короче, файлики на паспорт. Они более плотные. Вот, их там довольно-таки много. Я обычно столько даже не использую. Несколько страничек в одну запихиваю, потому что, ну, половина из них вообще пустая, сами знаете. Вот, что-то такое, кремчики какие-то. Если руки там сохнут, еще что-то. Тут у меня вот так. Тут такие вот у меня миниатюрки духи от Estée Lauder. Так, а мой любимый идея. Вот. Raiden Mirage, мой любимый. У меня такой был не миниатюрка, ну и есть большой, но там уже на донышке. Вот, а так у меня, видите, сколько классных миниатюрок. Надо пользоваться. Вот, так что здесь у меня вот так тоже что-то в органайзеры положила. Не, в целом классная штука вообще, всем рекомендую. Тут у меня тоже немножко органайзеры задействованы, но не сказать, что много. А это, кстати, для этих баночек, чтобы не скользили, которые я вам тоже показывала, где чай теперь у нас стоит. Вот, здесь остатки, еще я Славе отдала. Говорю, забирай, будешь организовывать. Так что посмотрим потом, что он там организует, нет. Ну, у меня вообще, в принципе, здесь последних двух ничего такого нет. Так что такая красота. Ну что, у всех на лето? Ура! Так, мы приехали в ресторан отмечать Павел день рождения. Подарили ему подарок, но он еще не знает, что там. Что потом, когда закончится день рождения, и праздник, я ему позвоню или смотрю, не знаю, как ему. Это такой шикарный большой стол. Гостей показывать не буду. Вот, пока закусочки. Привет, ребят, новый день. Я к вам буквально ненадолго. В общем, я просто хочу снять себя и посмотреть потом и на монтаже, и во влоге вам показать. Сегодня днем я ходила на массаж для беременных. У меня сегодня, знаете, какое число? 4-е. Вот, ну я
сегодня и завтра, наверное, не знаю, короче, влоги пока не снимаю. Хватает других дел, и вообще у меня какое-то состояние такое дурное. Ну, не дурное, просто вчера мы, получается, на дне рождения у папы были, отмечали, приехали домой, я вырубилась прям с косметикой. Ну, не совсем уж спать до конца, подремала, типа, ну просто это трэш такой, вообще у меня не было сил смыть макияж, хотя это не то, что я устала, а именно вот клонит в сон ужасно. Сегодня тоже я проснулась, я вообще ставила будильник на пораньше, потому что 6-7 у нас съемки с утра до вечера, позднего, можно так сказать, 2 дня подряд, и я как бы хочу, ну, понятно, мне надо будет встать там, не знаю, в 8 утра, но это не так рано, на самом деле, я в 7 могу встать, еще что-то, ну, просто состояние такое, прям спать, короче, охота. Ну, может, из-за погоды, а может, из-за того, что я на 9 месяце. Хотя, получается, сейчас 35 полных недель, вот сегодня воскресенье, 35 полных недель. Вроде как с 36 считается, типа, 9 месяц, но, блин, мне кажется, уже можно считать, что 9 месяц. По срок такой уже, энергосберегающий режим какой-то включается, не знаю. Короче, сегодня тоже уснула. В 2 часа, в 2:30 у меня был массаж для беременных и массаж лица потом. И мне кажется, что он реально так работает, вот особенно массаж для лица, ну, тело, понятно, кайф, но я имею в виду, что вот в плане отеков подтянуть мордашку, прям, мне кажется, ну, я, конечно, накрасилась, я помылась, потому что у меня башка была вся в маслах во всяких, не знаю, потом тоже сама посмотрю, что там вообще есть, изменений нет, ну, вот я на себя в зеркало посмотрю, мне кажется, что вообще... Ну, прям реально, ну, есть результат, именно то, что лицо меньше отекшее, что ли. Но все равно оно все вернется, поэтому в идеале, конечно, ну, раз в неделю хотя бы в полторы ходить. Ну, не знаю, смогу я еще пойти, конечно. Я уже каждый раз думаю и не знаю, что я смогу сделать, что не смогу. Типа, сможем мы еще поехать на дачу, не сможем. До родов смогу я еще сходить на массаж, не смогу. Ну, короче, такой, знаете, режим непонимания, что вообще будет дальше, что будет завтра. Так что интересно. Но то, что я вижу в отражении в камере, как будто бы вообще прям, ну, хорошо. Просто вот даже вот эта хрень не такая большая. Я утром, когда просыпалась, у меня как у этого пеликана. Или как их? Которые рыбку ловят где-нибудь на океане. Вот это вот висит. Ну, прям ужас вообще. Настолько вот все отекшее, опухшее. И самый угар в том, что я утром и вечером вешу одинаково. Вот просто одинаково. Ну, где это видно? Согласитесь, нигде. Что я утром просыпаюсь более отекшая, опухшая, а к вечеру эти отеки, ну, немножко сходят, и я и выгляжу лучше, еще что-то, вот. А так, в целом, не сказать, что у меня прям огромные отеки. Единственное, что вот даже сегодня массаж мне делали, у меня очень сильно отекают сами ступни, вот прям вообще трэш. Пальцем нажимаешь, и там не то, что остается белый след, он очень долго остается. И вот, например, вчера и сегодня я толком особо не стояла на ногах и почти не ходила. Все равно ноги в шоке. Ну, не в шоке, не болят хотя бы, потому что, получается, когда я много хожу, что-то стою, делаю, глажу, например, весь день на ногах, у меня ужасно ноги болят. Именно сами вот прям там, где пятки, вот прям вот ужасно болит. Так что вот, просто включила поделиться с вами тем, что сегодня у меня был массаж, и какое же это блаженство. Просто реально блаженство. Я думаю, какая я молодец, то, что я хожу на массаж. Я хотела и в бассейн ходить, но это, видимо, слишком круто было бы. Хотя бы на массаж могу ходить, ну и хожу. Это прям вообще, девчонки, тем, кто беременный, кто планирует беременность, прям очень рекомендую. Ну, может, не сразу прям, но вот уже там, начиная с середины второго триместра, со второго, ну, с конца, не знаю, ну, короче, обязательно прям ходите, это такая тема, реально так хорошо становится. Даже не то, чтобы мне прям сильно плохо, но вот единственное, что у меня вот поясница, да, но это и отеки, и просто, в принципе, твое общее состояние классное. Я реально иногда тупо забываю, что я беременна, потому что я настолько хорошо себя чувствую, и, ну, как бы, как сказать, это и нормально, я думаю, так и должно быть. По сути, надо хорошо себя чувствовать. А просто единственное, что добавляется живот, в котором сидит ребенок, который шевелится, и ты... Ну вот как я только из-за этого я вспоминаю, что я беременна, потому что у меня в животе шевелится, ну, человек, все. А все остальное как будто бы вообще ничего и не изменилось. Ну понятно, что внешне я изменилась, но вы поняли, что я имею в виду. А еще помните, я вам говорила, что иногда у меня бывает такая небольшая изжога, прям легкая-легкая. Наверное, 3-4 я ее у себя не наблюдаю. Я уж подумала, что, может быть, наша малышка спускается чуть пониже.
Ну, типа, знаете, живот опускать, еще что-то. Но я не вижу пока, чтобы живот опустился. Да из чего бы, мне кажется, хотя он может и раньше опуститься, а может и вообще не опуститься, живот. Вот, у меня получается 35 полных недель, пошла 36-я, живот спокойно может вообще не опускаться даже. Но я пока не вижу такого, знаете, что я стою и смотрю, думаю, вообще нифига, у меня живот там, типа, низко, нет, вообще не низко, нормально. Но вот эти вот чувства легкой даже изжоги, уже там 3-4 дня их нет. Хотя были, не знаю, я просто подумала, что может быть ребенок все-таки чуть пониже опустился, чуть-чуть. Что еще? Вчера, позавчера был какой-то точно скачок роста у ребенка, потому что очень активный малыш был. Прям, не знаю, двигалась там, что-то делала такое, прям сумасшедшее. Сегодня, ну, не так, ну, тоже активно, конечно, но не так. Хотя сегодня она мне бочину постоянно что-то пробивала, вот тут прям, под, ну, не под ребрами, а как будто даже сверху ребер. Ноги, это все, руки, не знаю, что-то. Ноги, надеюсь. Должны быть ноги. По-правильному. Так вот, завтра у меня реснички, потому что у меня вообще... Интересно, знаете, о чем я думаю? Во-первых, мне надо будет собирать сумку в роддом. Ну, сейчас мы съемки отснимем. Шоу наше, которое мы придумали снимать. Отснимем съемки, я начну собирать сумку в роддом. Там, где я буду рожать, мне сказали, вообще можешь ничего не брать, только вот то, что тебе надо. Ну, типа косметику, там свои какие-то прибамбасы, что все остальное должны дать. Ну, единственное, что не дадут, это там какой-то наряд на выписку мне и ребенку, понятное дело. И поскольку Слава, скорее всего, будет со мной жить там, в роддоме, спать, ему надо тоже что-то свое, ну, с собой взять, понятное дело, там, одежду какую-то, не знаю, пижама, не пижама, что-то такое. Ну, короче, вот просто свои какие-то штуки, которые надо, все остальное, я так поняла, дадут. Подгузники дадут. Ну, я, наверное, все соберу все равно. Просто по какому-то, не знаю, минимуму, не минимуму. Я даже думаю, что вот эти всякие трусы специальные, послеродовые, тоже, наверное, дадут. Но я все равно возьму. Я заказала еще, кстати, думаю, нафиг, пофиг, пусть будет. В любом случае пригодится, даже просто в обычной жизни, все тоже пригодится, не знаю, в эти дни. Ну, короче, я подумала, что лишним точно не будет, лучше пусть они мне не пригодятся там после родов. Я их потом, если что, поношу просто так, не знаю, чем, не заказать, и буду думать, блин, надо было заказать. Вот, хотя я даже не знаю, вообще классные они или нет, но думаю, что удобные должны быть. Так что, конечно, буду собирать, сумку могу взять непрозрачную, у меня постоянно каждый раз, каждый день, мне кажется, спрашивают в Телеграм, Юль, ну что ты уже собрала сумку в роддом, когда будешь собирать сумку в роддом, собирай срочно сумку в роддом, ты можешь родить, прямо вот начиная с сегодняшнего дня. Я вообще не парюсь, ну, блин, как сказать, вот реально единственное, из-за чего я переживаю, что я не успею что-то собрать в роддом, ну, типа, сумку вот эту собрать. Даже не то, чтобы, просто я не знаю, как я могу ее сейчас, например, собрать, если мне туда нужно положить косметику, там, не знаю, фотоаппарат, зарядку, аккумулятор, вот это все, я же не могу это сейчас собрать, мне этим еще пользоваться надо. Ну, короче, в общем, в любом случае что-то соберу, я себе список хотя бы вчера написала, вот лежала вчера, отдыхала, уже когда проснулась, когда подремала, смыла макияж, проснулась, лежала в кровати и писала список, вот, что мне нужно, чтобы не забыть, потому что меня прям это жутко бесит, ну, именно собрать, потому что я ее до сих пор не собрала, я даже не знаю, куда мне собирать, у меня нет сумки, но я точно не хочу какие-то сумки покупать для этого, просто возьмем какую есть, еще мне нужно придумать и решить, в чем будет ребенок на выписку. Это тоже меня напрягает. У нас есть всякие ботики красивые, костюмчики, но из конвертов, вот так вот, если про конверты говорить, у нас только один есть, и он довольно-таки теплый. И я думаю, что, может быть, закажу что-нибудь такое более легкое, типа одеяло-конверт с бантиком. Хрен знает. Могу сказать, что на 100% знаю, в чем хочу я сама быть на выписку. Есть у меня платье, в котором была фотосессия. Я думаю, может быть, вообще взять его. Вот, надеюсь, что туда поместятся мои груди. Потому что мне все время кажется, что после родов, ну, понятно, туда прильет молоко, и у меня будут какие-то вот такие груди, которые никуда не поместятся. И я переживаю, думаю, господи, в чем же мне ходить? Что же мне делать? Ну, короче, не знаю. В общем, наверное, возьму даже два варианта одежды. Вот, может быть, просто... соберу какие-то сумки, не знаю, что-то в машине, может, оставим. Ну, нет, скорее всего, все возьмем. Пусть лучше будет в палате в моей, не знаю, и потом просто Слава все оттащит потихонечку, то, что не понадобится. И когда будет уже сама выписка, просто я выйду, красотка с ребенком, ну, вот, и все. На выписку не хотелось бы звать, ну, как это сказать, типа, делать из этого какую-то вечеринку, ну, как всегда, я говорю, не хочется никаких таких движух, просто хочется... чисто родных, семью позвать, все. Ну, наверное, уж, конечно, ну, фотографа надо позвать. Вот. Но я думаю, что, наверное, также обращусь к Насте, которая будет фотографировать роды, потому что она уже будет видеть нашу малышку. И, ну,
все равно она близкий человек. Очень много всего нужно собрать, подготовить. Мы будем снимать 4 или 5 выпусков в один день кукинги с мамой. Она там тоже занимается всякими подготовками. Буду собирать когда сумку. Не знаю, может, не буду снимать, как собираю, но когда соберу, сниму, что в итоге взяла, и потом расскажу, что мне не пригодилось. Обязательно. Поэтому еще мне нужно решить, да, в чем будет наша малышка на выписку. Вот реально, единственное, что меня волнует, слава богу, вот я люблю, когда меня волнует вот такая вот, типа, ерунда, абсолютно неважные вещи. Меня волнует не то, как вот что рожать, не рожать, я спокойно, вот типа, блин, ну, что-то начнется, что-то не начнется, схватки, воды, не воды, что-то, ну, поедем, поеду рожать. Ну, все равно это неизбежно, типа, да, наверное, будет больно. В любом случае, где-то что-то будет больно, долго, там еще что-то. Может, меня вырвать, я не знаю, еще будет. Ну, короче, я как-то вообще спокойно думаю, ну, просто надо будет пройти этот момент в любом случае. Я вообще не об этом парюсь, я думаю о том, в чем я буду на выписке, как бы там, не знаю, в чем будет ребенок на выписке, как бы ничего не забыть в сумку, в роддом. Ну, короче, вот о такой ерунде волнуюсь. Как бы все успеть там, типа, до родов, чтобы у меня все было наготове, чтобы мы приехали наготове, чтобы все тут это самое. Вот, я все, короче, перестирала. Я даже не знаю, что у меня осталось не перестирано. У меня просто все вообще перестирано, что только можно и нельзя. И хорошо, и слава богу. И я думаю, что ближе к родам я тут все застелю, подготовлю. И вообще не знаю, что. И останется только приехать сюда с ребенком. Скоро надо будет подготовить уже кроватку, привязать ее к нашей кровати, чтобы. Ну, конечно, это не такой момент, этим можно заняться. И когда мы приедем сюда уже с ребенком, либо Слава там может приедет, пока я буду еще в роддоме. Я же все равно там буду какое-то время, сколько-то дней, не знаю. Зависит от того, какие роды будут. Если естественные, то 3 дня. А если кесарево, то 5 дней. Вот, поэтому я думаю, что за эти дни, если что, вдруг, в любом случае, если что-то дома будет не готово, то Слава приедет, просто подготовит. Одежда у меня готова, даже не знаю, что не готово. Ну, какие-то моменты, наверное, аптечка не готова, что-то для ребенка из аптечки. Но это тоже, ну, знаете, зайти в аптеку по списку собрать тоже не это... недолго. Я просто в последнее время все заказываю на ВБ, и вот, но какие-то вещи не хочу заказывать через маркетплейсы, типа аптечки и так далее. Ну, знаете, таких моментов. Мне хочется это прийти в аптеку купить. Мне так спокойнее будет. Короче, я пошла заниматься всякими своими делами. Уже в следующем влоге, наверное, может быть, покажем вам чуть-чуть бэкстейджа съемочек. Не знаю, когда я буду снимать следующий раз влог. Завтра, наверное, не буду. Не знаю, короче. В общем, дел полно, но сейчас надо кучу дел сделать и потом вообще реально... Прям, я уже даже менеджерам сказала, что работу не предлагать особо никакую. Все, я потихонечку, можно сказать, выхожу в этот декретный отпуск. Потому что просто сейчас, знаете, так тоже, ну, не знаю, согласиться на какую-то работу, а в итоге поеду рожать и что-то там кого-то подводить. Да ну нафиг, лучше проще, ну, реально сказать, что фиг знает, что-то получится. Я вот обозначила менеджерам сроки, до какого числа. Можем что-то подтверждать, что-то снимать, а потом, потому что я не знаю, мало ли чего. Чтобы я еще за это не переживала, потому что я человек ответственный. И, ну, как бы мне хочется уже спокойно, чтобы у меня голова ни о какой работе не думала, не болела, а просто уже материнство, привет. Так что спасибо большое, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И ждите следующие влоги. Подписывайтесь на все мои соцсети. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.